Добрый день, это анбоксинг номер 333. Три тройки, хотелось сделать что-то особенное, что-то забавное. Я решил, что именно сейчас настал момент показать вам мои головоломки один на один. Я их специально положил в такой пакетик, чтобы анбоксинг был. Что-то распаковывалось. Высыпаем. И смотрим. Здесь нас ожидает уже знакомый многим кубик Рубика 1 на 1. Ну, не Рубика, конечно, уже. Далее, пирамидка 1 на 1. Мегаминкс 1 на 1. И мало у кого такой есть, на самом деле у многих, это клок 1 на 1. Понятно, что это все коллекционные такие вот сувенирчики. Это не головоломки. Но всегда приятно говорить, что ты умеешь собирать кубики с 1 на 1 до 10 на 10, к примеру. Все вот эти 4 экземпляра у меня появились из разных мест. И из России, и из Китая, из разных магазинов. Ну давайте, 1 на 1 кубик, и вот его, скажем, нормальная версия, кубик Рубика. Пирамидка, и вот ее полноценная версия, 3 на 3. Мегаминкс, наиболее интересный из всех, мне нравится. И полноценный Мегаминкс, большой. Ну и клок, это шестеренка от клока Сэнксо. Вот, от подобного, да, так бы он был целый. Но была она вот здесь. Ну, по крайней мере, внутри именно этой головоломки поставим рядом. Сейчас выпустили уже клоки и с тремя кнопками, с пятью, но вот клок из одной шестеренки будет выглядеть вот так. Трудно представить другие головоломки в формате 1 на 1, так как здесь хотя бы разная форма, а взять тот же скьюб, сквайр, 1 на 1, это будет такой же кубик, разве что с какими-нибудь интересными наклейками, или тот же Mirror Blocks. Но для чего их можно использовать, кроме сувенирных целей? Ну, клок только для красоты. А вот кубик, все же можно найти ему применение. Использовать его как игральный. К примеру, вы изучаете мультиколор, ну или просто решили повеселиться. В спидкубинге бросаем. Получился оранжевый цвет сверху. А, это оранжевый. И вы кубик 3 на 3 начинаете собирать с оранжевого цвета. Ну, может, делать там сборок 10, 20, 30. Надоело. Бросаем еще. Получаем белый. Ну, белый скучно. Красный. Собираем с красного цвета. Ну, к этому моменту, конечно, надо уже уметь собирать кубик 3 на 3 с разных цветов. Также можно поступать и с пирамидкой. Она тоже может как-то кувыркаться. Но только вот здесь вот выбирать какой цвет из трех сверху немного затруднительно. Ну, можно ориентироваться на тот цвет, который снизу. Ну а с Мегаминксом собирать с разных цветов я не практикую. То есть пирамидки это нормально. То все так делают, кто более-менее быстро собирает пирамидку. С кубиком, ну тут уже по желанию. Без мультиколора можно легко обойтись. Собирать там с белого и желтого, к примеру. А в Мегаминксе мультиколор это вещь очень сложная, так как там цвета запоминаешь и подобные манипуляции сильно усложняют сборку. Хотя ради развлечения можно делать и так. Ну, клок единственный, у которого все стороны одинаковые. Хотя вот темной и светлой стороной можно тоже как-то его бросать. Расскажите, как вы применяете головоломки 1 на 1, если они у вас есть. Я знаю, их можно делать из бумаги, получаются такие же красивые и настолько же функциональные. Но это все вот пластик с наклейками, ну кроме клока. Все такое качественное, прочное. Недавно я показывал еще вот такие вот. Это динокуб 1 на 1 и кубик 1 на 1 с центрами. Но их тут собирать можно, и к тривиальным головоломкам их уже относить нельзя. Так что настоящие 1 на 1 это вот такие вот экземпляры. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.